Всем привет! Сегодня хочу приготовить вкусный кекс из мандарин. Мандаринки я уже помыла, и нужно очистить вот эти штучки, хвостики. Нужна будет еще мука, растительное масло, сахар, молоко, яйца, ванилька и разрыхлитель. Помыла мандаринки, почистила их от хвостиков, заливаю водой и отправляю на плиту. Пятить их не буду, просто довожу до кипения. Теперь с мандаринок сливаю воду. Отправляю в чашку и дам им немного остыть. Отправляю мандаринки в чашу блендера. И мне их нужно перебить до однородной массы. Вот такая однородная масса получилась. Отправляю ее в чашку. Добавляю сахар. Сразу сюда отправляю яйца. Хорошо все смешиваю. По желанию можно добавить ванилин и изюм. Хорошо смешала. Теперь добавляю сюда растительное масло и молоко. Теперь добавляю в смесь муку и разрыхлитель. Все просеиваю через сито. Замешиваю тесто. Духовка у меня уже предварительно разогревается 180 градусов. Кекс будет выпекаться где-то минут 30. Тесто готово. Вот такое оно должно получиться. Кекс можно выпекать в одной большой форме, а я буду выпекать вот в таких маленьких формочках. Все, отправляю в духовку. Прошло 30 минут, кексики готовы. Посыпаю их сахарной пудрой. Получаются кексики с ароматом мандарина и немного горьковатым вкусом. Вот такие они внутри. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Всем пока и до следующего видео.